ООО «Экопласт» с вами 15 лет. Остекление балконов, входные межкомнатные двери на любой кошелек, натяжные потолки, входные группы защитной рольставни, автоматические ворота. Дарим скидки на окна до 35%. ООО «Экопласт», проспект Ильича, 21, вход со двора. По хорошей сложившейся традиции, каждое 2 апреля, во Всемирный день о проблеме аутизма, мы распространяем информационные листовки и также вручаем синие шарики. У многих людей возникает вопрос, почему синий цвет. В 5 раз больше болеют этим заболеванием конкретно мальчики. Ну и так сложилось, что у мальчиков цвет, да, ассоциация – это синий, и поэтому шарики, ленточки, подсвечивание зданий – именно акцентирует внимание на синем цвете. В основном акценты делаются у нас на других каких-то, да, заболеваниях, расстройствах, а это как-то оно находится немножечко в тени, и очень важно донести эту информацию до жителей нашего города, чтобы они правильно себя вели с ребенком или даже со взрослым человеком, у которого такое расстройство. Так, что это будет? А это просто мы информируем, что есть такое. А, что есть такой день, да? Да. Что подробно написано? Молодцы, да, ребята. Все молодцы. Вообще я медик, поэтому я об этом хорошо знаю. В моей практике не было плохого отношения. То есть, как правило, это все человечное. Нет, я думаю, что наше общество готово к этому. Хорошо, что люди вот занимаются волонтеры. Я вообще считаю это святое дело. Молодцы. Я считаю это святое дело. Молодцы, вообще вот низкий поклон, ребята.